Russian kitchen. Ребята, всем привет! Мы начинаем наш влог. Поехали! В общем-то, мы выдвигаемся в центр посмотреть что-нибудь интересненькое, какие-нибудь достопримечательности, которых здесь нет, но мы найдем. Это, наверное, образцы пирожного, которого они могут сделать. Похоже на мини-арбузик. Они очень маленькие. Бамбук, что ли? Морские огурчики. Деликатес. 25 тысяч рублей. А что там больше? Намутила. Как будто прокинулся себя, как будто бы. Подарок. Вкусно? Надеюсь, оно не попавшее. Блин, Олежка. Да мы на показе. Он сожрал всех. Next morning. В мире животных. Едем на работу. Другой город. Я как отстала. Я поняла, они дальше тяжело. Потом все будут писать, это что у нее за шапка такая? Такая классная, да? Ага, она слитная. Ехали с такси в минибусик. Ждем остальных девочек и поедем дальше. Боже, ну что за милота дарит нам агентство. Надеюсь, это вкусно. На работу лучше, конечно, взять водичку. Я взяла впервые попробовать какой-то энерджи. Вроде бы вода, вроде энергетик. Но это вкусно и сладко. Вот это? А может, вот это в центре? Это у нас тут будет шоу, наверное, вот здесь. По-любому. Это столы? Нет, я думаю, вот тут. Вон девочки стоят. Они просто закрыли рекламу. Завтрак модельный перед купальниками. Еще раз спокойно. Запомните эту сосиску. Она отвратительная, она сладкая, она вонючая, с плотной кожурой. Не надо. Нам сказали, что первый выход у нас в купальниках. А остальное – шубы, куртки и штаны. Но мы из купальников в шоке. И сейчас мы сидим, ожидаем проходной на лестничной кресле. Ага.
Мы закончили. У нас было 12 образов. Ждем. Что едят модели Китая? Что ем? Едим одновременно. Модельные будни. Идем на кастинг в 7 вечера на какую-то одежду. По-любому китайскую. Идем, не знаем куда. Идем, не зная как. Ищем вход или выход на парковке. Russian kitchen. Ой, kitchen? А, ну короче, русская кухня. В Китае русская кухня. Нужно прийти и попробовать. Правда ли там, что русская кухня или нет? Заведение, где подают холодную лапшичку, я заказала обед. Вот этот. Сосисочка очень вкусно. Лапшичка. Специи, острючи. Но лучше, конечно, их не брать. Так. Так-то красивее, красивее. А мое яйцо? Чимбудон. Блин, это арахисовая паста, класс. Фу, отвратительно. Ты не любишь арахисовую пасту? Нет. А если перемешать, то вкусно. Россия? Россия, это ты? Или ты Китай? Все нормально? Это просто магазинчик. Там мой сын занимается. Всем спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь. И до скорой встречи.